рад, что я доехал все-таки сюда. Что, машина валит? Сейчас посмотрим, как относить других. Здесь, правда, Lamborghini он стоит опять мощная. Porsche Сергея Мегиона, который валит просто неимоверно. GTFF GT3 RS. Там, ну, все машины больше 1000 лошадиных сил. Так что сегодня будет интересно. Сейчас еще Юрий Джассер подъедет. Но он уже был здесь, куда-то отъехал. В общем, посмотрим, машина собирается. На Анлиме не выяснили отношения, теперь здесь. Я, по крайней мере, готов. Уехал бы туда, он сразу, они не поймают, а там номер прикрутим и подойдут, а там кто будет за рулем уже непонятно, но я бы так сделал. Но сейчас это разбирательство, они полчаса будут вообще попиросить нас. Блядь!
вообще. Я не понял, кто быстрее это все-таки? Но они поехали. Я бы сказал, что когда мы стартанули ровно и хорошо переключались, то примерно ровно. Блять, у меня вот в этот затык, я только догоняю. Затык, блядь, опять. Один был, знаешь, когда у тебя был затык, мы чуть вырвались. И один, когда у нас был затык, и мы за тобой держались. Вот один раз, когда мы ровно стартанули, ты на переключениях чуть вырвался, и мы ехали ровно. То есть мы вот, ну, с нашим переключением чуть... До скольки уехали? Ехали ровно. 335. Я у меня не понимаю, 326 меня дальше не показывает. БТР красавчик валит, получается. Валит БТР. То есть я сейчас думаю, а теперь четвертый, Юра, мимо меня. Я такой, что за... Как так? Такого не было никогда. Когда был четвертый, а тот, который мы ровно все стартанули. У меня Юра сейчас совершенно по-другому едет. У меня можно видеть. То есть сейчас 200-300 тоже меньше 6 секунд. Нет, мы ехали на самое лучшее 200-300, было 6,8. Самое лучшее. Вот так вот.